Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Иногда они возвращаются. Платные парковки возобновят работу. 24 фальшивых купюры. Статистика по подделкам за первый квартал. О той войне начала свою работу новая выставка в Музее путешественников. В Рязани ведется подготовка к возобновлению работы платных парковок. Напомню, работа всех сервисов по оплате парковок приостановлена с 30 декабря 2023 года. В это время не начисляли и не взимали штрафы. Информацию опубликовали на сайте и в соцсетях администрации города. Стоимость пользования платными парковками составит 40 рублей в час. Цена за парковку уже не индексировалась более 8 лет, сообщает пресс-служба администрации. А новая стоимость рассчитана по методике расчета размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. Также водителям предложат месячный абонемент за 2200 рублей, позволяющий парковаться на любых платных парковках без ограничения по времени. Режим работы парковок останется прежним с 8 утра до 18:00, с понедельника по пятницу. В выходные и праздничные дни плату взимать не будут. Оплату нужно будет произвести в течение первых 15 минут парковки. В данный момент ведется тестирование всех сервисов по оплате. О дате начала полного функционирования работы платных парковок будет сообщено дополнительно. В прошлом году было выявлено почти 12,5 тысяч поддельных купюр. Большинство подделок, ни много ни мало 70%, пятитысячные. Меньше всего 10-рублевок, всего одна. По сравнению с монетками, десяток аж 150 с лишним. Как обстоят дела с подделками в этом году, расскажем далее. За три месяца этого года в регионе выявлено 24 фальшивки. На одну больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть по традиции пятитысячные купюры. Их фальшивомонетчики подделывают больше всего. Двухтысячных купюр всего две, а тысячных пять. В общую статистику затесалась даже 100-рублевка, правда, всего одна. Как и поддельная 10-рублевая монета. Выявили и поддельную купюру иностранного государства – $100 США. Современные купюры хорошо защищены. Чаще всего фальшивки попадают в кошельки людей только из-за невнимательности. В большинстве случаев для проверки не нужна специальная аппаратура. Достаточно вспомнить правила 3П. Изучить банкноту на просвет, потрогать на ощупь, посмотреть под наклоном. Водяные знаки, защитная нить, повышенный рельеф букв, микроперфорация, движущие цветные полосы помогут убедиться вам в подлинности денежного знака. Если в Рязани всего 24 фальшивки, то по России цифра в 95 раз выше. Почти 2300 поддельных денежных знаков Банк России. Распределение такое же. Большинство пятитысячных, меньше всего монеток по 10 и 5 рублей. Признаки всех российских купюр и монет можно найти на сайте Банка России. Также узнать можно больше в приложениях Банка России. Банкноту можно найти в каталоге, определить год выпуска и модификации, наведя на денежный знак камеру мобильного телефона. Приложение не проверяет подлинность купюр, но покажет, где именно расположены те или иные признаки и как они должны выглядеть. Скачать приложение можно на сайте регулятора. Использовать другие ссылки не следует для безопасности своего мобильного телефона. С банкнотами иностранных государств ситуация аналогичная, их в разы больше. За первый квартал этого года выявлен 751 денежный знак, большая часть – доллары. Еще 19 банкнот евро, 5 норвежских крон и 3 китайских юаня. Один из самых эффективных способов выявить карантинных вредителей – установка феромонных, клеевых и цветных ловушек. В целом это является неотъемлемой частью проведения мониторинга фитосанитарного состояния региона. О том, как и где эти ловушки установлены, расскажем далее. Эта желтая картонка – так называемая фитоловушка. Устанавливается она заблаговременно в тепличных комплексах, прямо над цветочными рядами. Сюда наклейкую полосу и прилипают разного рода вредители. Зачастую, так сказать, безвредные, не карантинные – мошки, мухи и так далее. Устанавливаем ловушки на определенное количество времени. По истечении этого времени снимаем их, упаковываем и отправляем в лабораторию на анализ. Ловушки эти должны провисеть определенное время. Например, в этом тепличном комплексе их установили месяц назад. Сегодня их пора снимать. Каждую ловушку подписывают номером теплицы и даже координатами, чтобы понимать, над каким именно цветком какие вредители обитают. После того, как пройдут необходимые исследования, получаем заключение
А на основании этих заключений уже делаем последующие выводы. Такие ловушки – неотъемлемая часть мониторинга фитосанитарного состояния Рязанской области. Основная задача – понять, есть ли на территории теплиц разные виды карантинных вредителей. Желтые и синие цвета для ловушек выбраны не случайно. Они особенно сильно привлекают насекомых-вредителей. Обычно в теплицах используют от 100 ловушек на гектар в целях отлова насекомых. Ловушки размещают на высоте 20 см над растениями. Однако могут подвешивать и в среднем ярусе, или даже в нижнем. При этом они абсолютно безопасны для человека. Тем более, что такие ловушки позволяют сдерживать нарастание численности насекомых-вредителей в условиях защищенного грунта. Самый распространенный вредитель в нашем регионе – западный цветочный трипс. Он повреждает декоративные растения, снижает урожайность фруктовых и овощных культур. На данный момент карантин из-за этого вредителя введен в 2 тепличных комплексах региона. По только что снятым ловушкам результатов еще нет. Они только отправляются в лаборатории. Спонсор программы «День города» – выставка-продажа «Икра и рыба камчатская». Свежие вкусные деликатесы Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. В Рязанском музее путешественников новые экспозиции. На этот раз выставки приурочили ко Дню Победы. Экспонаты из своей личной коллекции музея предоставили филателисты Владимир и Алексей Турменские. В СССР искусство сражалось вместе с народом. Во времена войны марки стали самостоятельными плакатами. Особенностями миниатюр были сплачивающие, мобилизирующие лозунги. Например, «Все для фронта, все для победы». Кроме того, почтовые марки играли в те трудные годы особую роль. Ведь, несмотря на войну, люди продолжали писать письма. И через миллионы рук проходили марки, которые рассказывали о подвиге солдат с призывами «Будь героем», «Вперед на штурм», «Смерть немецким захватчикам». Естественно, здесь представлены марки, начиная от военных лет. Это те марки, которые выполняли роль агитатора, которые помогали людям переживать вот эти вот страшные дни. И вплоть до современных марок нашей России. У нас представлены марки с героями войны. Те герои, которые стали признанными уже тогда. То есть это, конечно же, матросов, это Космодемьянская, это герои-молодогвардейцы, то есть они есть на марках. Одной из славных героинь земли Рязанской посвятили отдельную экспозицию. Материалы для этой выставки предоставил Музей обороны и тыла, который расположен в Рыбновском районе нашей области. Честная, порядочная и трудолюбивая, Дарья Гармаш вместе со своей тракторной бригадой ударно работала на полях во времена Великой Отечественной войны и трижды одержала победу во всесоюзных социалистических соревнованиях. В этом соревновании участвовал порядка 3500 бригад. И именно наша рязанка Дарья Гармаш возглавила наше вот это соревнование, которое проходило в Рязанском крае. Дарья Гармаш и ее бригада заняли первое место. И в 1942 году, в июне, была удостоена Красного Знамени ЦК ВЛКСМ. На выставке представлены фотографии из семейного архива, газетные вырезки и другие материалы, которые рассказывают о трудовой деятельности известной рязанской трактористки и ее женской бригаде. Экспозиции приурочили сразу к двум знаменательным датам – Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 80-летию со дня окончания Днепровско-Карпатской операции. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 6 мая христиане чтут память святого великомученика Георгия Победоносца. В нашей стране он считается покровителем воинов, а также земледельцев и скотоводов. Согласно легенде, Георгий Победоносец родился в знатной семье в Палестине в конце 3 века. Во времена гонения на христиан юноша раздал свое имущество бедным. Когда император приказал ему отречься от веры, Георгий отказался этого делать. За исповедание христианства его и казнили. Именно за мужество и духовную победу над истязателями святого Георгия и прозвали Победоносцем. А еще этот день в народе получил имя Егорьева или Юрьева. По приметам, с этого праздника на Руси начинались политические
полевые работы. Также в Юрьев день нельзя обижать скотину и домашних животных, бить, повышать на них голос. За такое отношение человек может быть наказан. Кроме того, 6 мая нельзя ругаться, ссориться, устраивать скандалы. Ведь по поверьям наших предков, такого человека может ударить молния. Праздник, напоминавший о подвигах Георгия Победоносца, стал по-настоящему народным и одним из самых любимых. На Руси его стали отмечать трижды в году. 6 мая в день мученической смерти святого Георгия, 16 ноября в честь освящения в 4 веке храма святого Георгия в Лиде, Иерусалим, 9 декабря в 1051 году в этот день освятили церковь великомученика Георгия в Киеве. Кстати, известная поговорка «Вот те бабушка и Юрьев день» имеет отношение к Егорию Зимнему, когда неожиданно для крестьян отменили право уходить от барина, которым они были недовольны. Это произошло в 1581 году. Снова в Рязани и край рыба камчатская. Деликатесы из океана прямиком с Дальнего Востока к вашему столу. Не пропустите. Выставка продажи у торгового центра «Премьер» работает до 11 мая включительно. Аппетитная чевыча холодного и горячего копчения, палтус с его белым как лист мясом. Разнообразие цветов и ароматов ждет рязанцев на выставке-продаже «Икра и рыба камчатская». Но это не весь ассортимент. Всего на прилавке представлено несколько десятков видов разных рыб. Среди них нерка, омуль и белорыбица. Горячего и холодного копчения с ароматами, сводящими с ума. Слабосоленая, которая так и тает во рту на любой, что называется, вкус. Расскажите нам, какую рыбку любите? Белорыбицу. Белорыбицу люблю, потому что она вкусная. Нежная, мягкая. Что еще доложить? Супруга ваша сказала, что... И очень хорошо к чаю идет и к кофе с утра, когда ничего не лезет. Настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края. Экологически чистая продукция, которая пользуется популярностью у рязанцев. Можно попробовать прежде, чем купить абсолютно любой продукт. Скрывать продавцам нечего. Все свежее, высочайшего качества и вкуса. Особый способ транспортировки гарантирует, что к рязанцам приезжает не размороженная, а именно свежая рыбка и икра. Полезно, конечно. Попробуйте, и вам понравится. Успеть приобрести к столу рыбу горячего и холодного копчения, слабосоленую и великолепную красную икру премиального класса можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом до 11 мая включительно. Выставка-продажа «Икра и рыба камчатская» ждет вас. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 6 по 11 мая. ТЦ «Премьер».